Доброе утро. Провел испытание, значит. И значит, схема Владивосток. БГТ Владивосток немножко пришлось модернизировать. Вот сейчас покажу модернизацию. Значит, что? Схема БГТ Владивосток М1. Модернизированный. То же самое идет. Батарея 1. Инвертор. Батарея 12 вольт. Инвертор 220 вольт. Выпрямитель. С выпрямителя идет питание на мотор-генератор. Здесь вал. На вале сидит мотор-колесо. От большого велосипеда. Это значит, здесь изменений нет. Здесь реле, как и в прежнем реле, секунду включено, секунду выключено. И здесь батарея еще, видите, дополнительно. Батарея и реле. Секунду выключено, 3 секунды включено. Здесь секунду включено, первое реле, 3 секунды выключено. Второе реле. Секунду выключено, 3 секунды включено. То есть идет заправка батареи. Когда мы, значит, включаем отсюда, пошло питание. Потом реле срабатывает. Секунду оно разогналось за секунду. Не, сначала разгон дали. Дали разгон, там 10 секунд, допустим. А потом уже секунду. Через секунду, через 11 секунд выключается. Включается, значит, питание, пошло сюда. Здесь замыкается. Здесь замыкается на батарейку 2. Здесь отключено. 3 секунды идет зарядка. Потом здесь отключается. Здесь опять включается секунду. И так по кругу. В итоге мы видим, что зарядка идет, как и в первом варианте, от инерции маховика. То есть сегодня мерил, показалось, что выключаешь, значит, питание вручную сегодня. Пока реле нету, вручную щелкал. Там у меня кнопочка, просто кнопка, тык-тык-тык-тык. Питание выключается, и значит ток отсюда еще идет ток. Даже больше, чем 3 секунды. Где-то секунд 10. И напряжение стабильно не опускается сильно. На 3, 4, 5 максимум вольта. То есть для зарядки вполне хватает. Где-то 15-16 вольт сюда идет на зарядку. То есть это реле, значит, более совершенно, чем Владивосток, просто это М1. Скорее всего, когда подойдут реле с Китая, уже, значит, заказали неделю назад. Может, еще в конце месяца или там еще через. Или в начале марта, скорее всего, подойдет это все. Будем испытывать. И еще, тогда уже покажу, как говорится, это. Не схему. А процесс, как оно все работает. На приборах уже. Реально. А пока можете сами собирать. То есть, если вы будете собирать, может, что выявите тоже, какие-то ошибки в схеме, может, свое что добавите. Для этого и даю схемы, чтобы вы тоже собирали и пробовали. В итоге, как говорится, одна голова хорошо, а если там через интернет-то могут тысячи энтузиастов. И все это быстрее мы сделаем. Потому что надо делать, чтобы это было надежно, дешево, и все получили энергию в любом количестве. На этом все заканчиваю. До свидания. До свидания. До следующих встреч.